Новая поликлиника, которая появилась в Симферополе на базе общежития Крымского федерального университета, это один из проектов в глобальном расширении и модернизации системы послешкольного образования. По словам ректора учреждения Андрея Павловича Фалалеева, это серьезный козырь в борьбе с коронавирусной инфекцией, и тот опыт, который получил университет за годы пандемии, конечно же, лег в основу создания этого учреждения. Сегодня сюда будут прикреплены не только учащиеся с крымской пропиской, но, конечно же, и материковой. Общее их число составит 20 тысяч человек. Медицинская помощь абсолютно бесплатна. Основная цель были желающие граждане. Друзья, для торжественного слова приглашается Хочется сказать, мы строили, наконец построили. Я реально поздравляю всех, потому что вы видите, проект «Расцветает первый», рядом стоит общежитие отремонтированное. Поликлиника, мы ее, по сути, заново воссоздали. Рядом общежитие, которое тоже будет отремонтировано. И здесь